Кремль атакует наши демократии и использует коррупцию, чтобы подорвать нашу систему управления. Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система более коррумпирована или так же коррумпирована, как и их. Но мир знает, что это не так. Путин пытается ослабить европейский проект и наш альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и ослабить нашу решимость, потому что Кремлю гораздо легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем вести переговоры с сильным, тесно сплоченным трансатлантическим содружеством.